Всем привет, ребята, у нас сегодня кис-кис не надо, вышел клип, у меня, типа, сказали, глянь, ну давайте глянем, этот трек я уже слушал месяца, наверное, 3 назад, да? Давайте глянем клип, не знаю, мне кажется, мало будет и просмотра будет, мало и лайков, наверное, потому что мало кто смотрит сейчас кис-кис, да, особенно от меня, что я скажу нового, да? Но все-таки давайте глянем. Все-таки... Уже не помню, о чем песня давно была. Окей. Типа... Писка, да, или что-то такое. Колготки порвались, наверное, где-то за стул зацепила, не злись, колени разбиты, на улице гололед. Кроза сказкой, правда, но это быстро пройдет. Нет, нет, ты что, я не пьяна, и синяки на запястьях, моя вина. Спасибо, есть не буду, устала, пойду спать, надеюсь, что это вечер не приснится опять. Это жестко было, на самом деле, бить женщин — это вообще плохо. Да и вообще, насилие — это ни к чему хорошему никогда не приводит. Оно вообще не нужно, сейчас уже 21 век. 21 век, какое насилие, да, на самом деле. Ну, если говоря о клипе. Только по официальным данным, более 30% женщин в России сталкиваются с физическим или сексуальным насилием. Ну да, типа, если как бы девушка, допустим, вот как в клипе, да, девушка отказала, а мужику это не понравилось, типа, да ты чего, ты не хочешь, типа, быть со мной, она ушла, а он взял ее, типа, избил, да, изнасиловал, да. Это ужасно на самом деле, и такого очень много в России, да и вообще в мире, да, на самом деле. Это ужасно. А клип офигенно снят, и песня такая. Знаете, ее прям не каждый день слушать, да, такую песню. Ну, иногда хочется, да, послушать, на самом деле. Мне вообще не нравится кис-кис, да, они офигенная группа, на самом деле, девушек.
Ну, как-то так, не знаю, что на самом деле еще сказать, но не, как бы, не любите тех людей, которые, как бы, вас бьют, там, унижают и все такое. То есть это не надо. Это я, как бы, все это отвергаю, на самом деле, да, то есть это все плохо, это плохо, плохо. В общем, как-то так, ребят, не знаю еще, что добавить. Напишите в комментариях, какие у вас мысли вообще, да, в принципе, что какие мысли. Тут все и видно, на самом деле, да, по картине. Как-то так, ребят. Ну вот, вы хотели услышать мое мнение, но я ничего нового не сказал, я думаю, да. То есть всем это как бы и понятно, да. В общем, всем удачи, всем пока. Не забывайте оставлять свои комментарии, лайки, подписываться на канал. Всем удачи. И никогда не терпите.